Ключевого читаю, когда я был поражен, пригласили в Эрмитаж, там есть такой театр в Эрмитаже, и там такой актер, который играл друг Высоцкого, Вениамин Смехов, да, так его зовут, который оттуда сыграл, знаете, такой очень симпатичный человек. Вот, и он говорит, а я вот прочту Шекина стихи, я так был поражен. Вот, как бы так. Еще, да, ну ладно, говорить можно много. Дайте ходу пароходу, подымайте паруса, безграничную свободу славят чаек голоса. Мы идем сквозь непогоду, расступить девятый вал, снова в море на полгода, эй, держись за свой штурвал. А когда родимый берег подмигнет нам маяком, я пущу слезу от счастья, что родился моряком. Тихий ход у парохода, отдавайте якоря. До свидания, свобода! Здравствуйте!